Долг по кредитам в нынешних условиях для многих как тяжелая гиря для пловца, которая тянет все глубже на дно. Понимая это, Федеральный центр объявил о старте кампании «Кредитные каникулы». Это период сроком до полугода, когда заемщик может не платить по кредиту вообще или уменьшить размер ежемесячных платежей до приемлемого уровня. Физические лица ими могут воспользоваться, если их доход упал более чем на 30%. Единственное, это, конечно же, нужно подтвердить. Подтвердить это можно документально с помощью справки от работодателя, справки из налоговой. Возможно, это какой-то длительный больничный, его тоже можно представить, соответственно, потери дохода. Это может быть, если увольнение, это справка с биржи о том, что вы трудоустроились на биржу. Кредитные каникулы можно получить по всем кредитам, заключенным до 1 марта 2022 года. Льготный период будет составлять до 6 месяцев. Во время этого льготного периода прекращается начисление всех штрафов, пений и так далее, других каких-то там неустоек. Между кредитными и ипотечными каникулами есть большая разница. Ипотечные каникулы – это отсрочка платежей только для ипотеки. Кредитные каникулы предоставляются по нескольким видам займа. Главное условие – снижение дохода. Если это подтверждено документами, то банк не может отказать в каникулах. Что касается ипотечных каникул, то решение принимает банк, исходя из жизненной ситуации заемщика. Получить их можно не только при снижении дохода, но и, например, при длительном лечении или потере работы. Если вдруг человек не подходит под условия закона о кредитных каникулах, тогда, в принципе, можно обратиться в кредитную организацию, в которой вы брали этот кредит, и кредитная организация может оформить вам реструктуризацию вашего долга по собственным программам. Такое тоже есть. Что по статистике на сегодня в Рязанской области? Физические лица, клиенты банков, заемщики банков, оформили 286 договоров, изменение условий 286 договоров на сумму 128,5 миллионов рублей. В общем, если вы потеряли работу или лишились значительной части заработка, то это не повод для паники. Стоит всего лишь обратиться в банк, и там вам предложат выход из ситуации, наиболее комфортный для вас. Ведь задержки и невыплаты влияют на кредитную историю. Ее оценивают при выдаче новых заемных средств, оформлении полисов и иногда при трудоустройстве на работу. Поэтому даже в непростой жизненной ситуации необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить статус ответственного заемщика. Тем более сегодня, когда кредиторы готовы идти навстречу. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».